Вы на канале Pixel Trade, и мы представляем вам первый рулонный телевизор от компании LG. LG Signature OLED TV R. Данный телевизор – это, безусловно, эволюционный скачок в области ТВ. Но давайте пройдемся по порядку. Диагональ OLED-дисплея составляет 65 дюймов. Высота с подставкой составляет 127 см, ширина – 159 см. Быстрое время отклика в 1 миллисекунду и частоту экрана 120 Гц позволят вам с комфортом погрузиться в мир гейминга на данном телевизоре. Аудиосистема 4.2 Dolby Atmos создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра. ТВ имеет 4 порта HDMI, 3 порта USB 2.0, интернет-выход, 1 антенный выход, 1 аудио-оптический выход, один композитный видеовыход, поддержка Bluetooth 5.0 и поддержка RS-232. Подставка Art Furniture естественным образом вписывается в обстановку и добавляет роскоши в ваш интерьер, одновременно удерживая ультрабольшой экран. Масса конструкции в сборе составляет 91 кг. По заявлению инженеров LG, механизм рассчитан на 50 тысяч циклов сворачивания, что примерно составляет 17 лет эксплуатации. Угол обзора по горизонтали составляет 178 градусов, также и по вертикали. Глубина цвета 30 бит. Благодаря алгоритмам глубинного обучения интеллектуальный процессор A9 Gen 3 4K анализирует контент, чтобы создать максимально возможный эффект присутствия. Все регулировки происходят автоматически для получения наилучшего изображения и звука, чтобы каждый просмотр становился незабываемым. Превратите свой телевизор в центр управления с интеллектуальной технологией LG ThinQ AI. Она позволяет управлять вашей экосистемой домашних устройств HomeLot с функцией распознавания естественного голоса, и для этого не нужен пульт дистанционного управления, так как данный телевизор полностью русифицирован. Это далеко не все технологии данного телевизора. За более подробной информацией вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону или же узнать на нашем сайте pixeltrade.ru. Ссылка будет в описании. Ну а на сегодня это все. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик. Ну а мы и дальше будем радовать вас технологиями. До скорых встреч. Пока-пока.